сейчас, одну секунду. Будет, да? Подождите, конечно. Все есть. Мы не стоим на месте. На вас написали протест. У вас было столкновение с судейским судом. Но мы же не стоим на месте. Вы отказали, отрицаете. Но мы же не стоим на месте. У вас есть свидетели, что не было контакта. Нет, я хочу картинку нормальную. В чем тут свидетели? Картинку рисуйте, где, как он видел. Откуда он? Достаточная картинка. Недостаточно. Покажите. Вот мой катамаран, вот ваш катамаран. Как я мог не видеть? Если мы идем, выходим на... А он не видел, У вас места не хватает. Мы связались с вами задолго еще до подхода к судейскому суду. Да. Правильно. Да. Было. Вот. Мы идем, подходим остро вплотную к судейскому суду. Вам деваться как бы некуда. Вы оверштаг не крутите. В итоге ветер. Да, ветер отсюда идет. В итоге упираетесь прямо в судейское судно. Потому что мы подходим вплотную, а Андрей на... Я тут Андрей, вот. Вот Андрей, Андрей, после, кстати, старта нас тоже как бы подал на нас протест, потому что в этот момент он поджимал. То есть нам деваться здесь некуда было. Мы крутили, потом оправдывали. Ну, я же вас не впечаталась. А куда она делась? Вас нет. Вы уперлись в катамаран, судейское судно. Какое место, откуда вы знали, как вы видели, в какое место я уперлась? Ну как я видел? Я был на катамаране. А судья где был? Вы были чуть впереди, сидели на... Куда смотрит судья? На ветреной стороне, спиной. У меня есть как бы шея, я могу поворачивать голову. Хорошо, в какое конкретное место? Сзади. Виталик на яблоко. Сейчас у вас вот это все. Подожди, вы со мной разбираете протест. Давайте со мной разбирайте. Кстати, нужен эксперт по правилам. Какое? Я думаю, самый лучший эксперт по правилам здесь. Это Саша. Андрей, можно тишину, пожалуйста? Тихо! Киев, тихо! Да не Киев, это... Что там Киев? Какое место знака частности судейского катамарана? Я впечаталась. Пожалуйста, поподробнее. Вы видели касание, в какое место? Нарисуйте. Здесь стояла лодка еще надувная, привязанная к судейскому судну. Вот прямо в нее вы и въехали. В лодку? Да. Лодка не является. В лодку? Это не является знаком. То есть я въехал в лодку, вопрос закрыт, лодка не является знаком. За лодкой. А за лодкой что находится? Я въехала в лодку. Некорректно, некорректно. Если стоит любая пришвартованная, об этом есть случай. Об этом есть случай Кисав. Если есть судейское судно, к нему есть любая фигня, то есть его часть. Я въехала в лодку, вы считаете? Вы это видели? Я въехала в лодку. Подождите. В том числе, да. Нет, что значит в том числе? Положении является ли лодка привязанная к судейству? Вы видели, что было касание. Тем более рабочая лодка. Сейчас сказали, что я въехала в лодку. В том числе, потому надо что поднимать она была... Нет, что значит в том числе? В лодку если или нужно, в судно? Поднимем. Положение. Интернет есть. Подождите, положение. Надо просто поднять. Я сейчас там просто... 400 с лишним случаев. С судном, с судейским был контакт? В каком месте? Вы сказали в лодку. С наветренным поплавком. Точнее, ну... Нет. А как же лодка? А где тогда лодка была пришвартована? Лодка если была вниз... тоже пришвартована. К какому поплавку? В корме. Она не к поплавку была пришвартована. Так я в лодку въехала или в поплавок? Не было контакта с судном? Не было. Не было? Не было. Если бы он был, я бы раскрутилась. То есть не было? Хорошо. Сейчас я объясняю ситуацию. Во-первых, читаем. Знак. Это... Ты правил 31? Нет, это понятие. Понятие, определение. Определение, знак. Объект, который гоночная инструкция требует оставлять с предписанной стороны от яхты. И судно гоночного комитета, окруженное свободной водой и от которого проходит стартовая и финишная линия. Точка. Читай дальше. Якорные канаты и любые предметы, случайные или временно присоединенные к знаку, не считаются его частью. Все, вопрос, все, вопрос закрыли. Закрыт. На самом деле, что было, мы... Если был контакт с лодкой, мы швертом зацепились за веревку. Я Майку попросила срочно поднять шверт. Мы чуть-чуть подзадержались, он ушел вперед, и мы в эту дырку прошли. Будьте любезны. Так, это у нас... Мы смотрели, оставляем нас на следующее рассмотрение.
505-й.